Приветствую вас, дорогие участники акции, все зрители ТНТ. Сегодня буду краткой. Думаю, несложно было догадаться, что на фотографии, которую мы показали вчера в эфире, изображена капсула времени. В 1972 году на долгих 50 лет ее замуровали в стену бывшего дворца пионеров, а ныне дворца творчества. Всего 4 года осталось до дня X, когда капсулу наконец достанут, и все мы узнаем, что же хотели сказать советские люди пионерам будущего. СМС с вариантами ответа нам прислали 9 горожан. Все они узнали легендарный огонек на стене Дворца творчества. Лидирует по-прежнему абонент, чей номер заканчивается на 3140. Но еще несколько человек продолжают дышать ему в спину, так что даже один промах может поставить под угрозу победу нашего знатока. Ну а теперь приготовьтесь, у нас новое задание. Фрагмент какой городской достопримечательности вы сейчас видите на своих экранах? СМС с вариантами ответа присылайте на короткий номер 4647. Перед сообщением не забудьте набрать цифру 59. Не торопитесь, ведь времени у вас предостаточно, аж до 3 часов следующего дня. Ну а желают вам удачи Анастасия Лакман и Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ.